Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев и небольшой тест косилки FlexVolt от DeWalt DCM571, которая используется у нас уже 2 года. Триммер этот ходит по рукам среди наших сотрудников, дается в аренду и тест. Не имеет одного владельца и до сих пор жив. Не ухожен, не обслужен, нож тупой, воздуховоды движка грязные. И даже в таком состоянии триммер нормально работает. Ну и небольшой тест мощности, чтобы вы понимали, на что он может сгодиться. Бля, тут как с тобой идти, а? Светлый шумал. За что? У нас тут за забором есть заросший склон, идущий от железной дороги с жестким бурьяном. Триммер просто работает, перепиливает ветки толщиной с палец. Так себе сравнение, если честно. Напоминаю, что нож реально тупой и порядком сработавшийся. В общем, с мощностью все нормально. По траве, даже по такой, я предпочитаю работать леской. Но даже ножом, в принципе, триммер справляется. И опять же, по мощности все нормально. Как у него с защитами, спросите вы? И я отвечу. Да все в порядке с защитами. Работают. В подобных ситуациях косилка просто выключится. Так к чему это я? Да к тому, что были у меня сомнения в аккумуляторных триммерах. Мол, игрушки это и развалятся быстро. Оказывается, третий сезон и полет нормальный. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всего вам доброго.